Итак, прекрасные мастера, прекрасная семья. Давай проверим, насколько нас слышно. Всем добрый вечер. Счастливо всех видеть в прямом эфире. Наша с вами замечательная серия, потрясающая на самом деле, потому что мы разрушаем мифы. Мы те, кто создаем новые концепции, мы те, кто начинаем понимать, в чем мы участвуем и куда мы движемся. Наша серия немножко сбилась в предыдущее время. Я не выходила достаточно долго в эфир, потому что был колоссальный объем работ, который было необходимо выполнить. Сейчас мы входим в норму, сейчас мы входим в собственный ритм. И наша серия будет проходить каждые первые три понедельника каждого месяца. Четвертый понедельник – это будет такое время для разъездов и для того, чтобы вы обдумывали информацию и интегрировали те знания, которые вы получаете. Вы находитесь в пространстве осознанного человечества, в пространстве осознанных людей, в пространстве тех, кто решил и взял на себя ответственность изменить не только саму эту жизнь, но и помочь человечеству перейти к совершенно новым степеням развития и осознания самих себя. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена той теме, которая... благодаря которой получила новое развитие в связи с уникальнейшей технологией струнного транспорта Анатолия Дарчевницкого и, в частности, линейных городов. Моя любимейшая тема, как человека, который получил основное свое образование по строительству и достаточно времени в этом воплощении уже, я занималась именно тем, что обустраивала месторождения, мы строили города в районах Крайнего Севера. И сейчас мы с вами посмотрим, какова новая концепция того, на что направлено современное человечество, куда мы движемся, с чего мы начинали и где мы с вами можем оказаться в самое ближайшее время. Вы знаете, что сейчас пришло совершенно новое время, и те новые технологии, которые появляются на планете Земля, которые уже появились в свободном доступе для всего человечества, включая IT-технологии, включая разработки военных, которые сначала вынуждены, а потом уже массово с разрешения великих мира всего были предоставлены в доступ для всего человечества. Также сейчас имеется огромное количество технологий на этой планете, которые существуют, но о которых замалчивается. Одно из такой интересных, это так для развлечения вас, пока собираются на площадку все, кому нравится эта серия. На сегодняшний день уже существует на этой планете микроб или микроорганизм, назовем его так, который питается именно радиационными отходами. И ученые многих стран прекрасно об этом знают. Точно так же они прекрасно знают, что этот микроб, для него пределов нет нигде, поэтому он в состоянии нейтрализовать почти все ядерное оружие планеты Земля. И в том числе эти разработки и появление самого и открытия этого микроба было и вызвано тем, что мы очень активно, весь мир, все правительства в закрытых лабораториях работали как раз над тем, как бы быстренько обезоружить ядерные арсеналы соседа. По факту был создан прецедент, но об этом не говорят открыто и начинают разработки в направлении новых, совершенно необычных, как им кажется, видов вооружений, которые ведут ко всему, победителя не будет. И огромное счастье нас с вами в том, и огромная благодарность вам в том, что вы участвуете в поддержке мирных технологий, технологий, которые являются новыми и инновационными, и не только в силу того, что создают новую технологическую модель на этой планете, но эта технология вносит и обладает прецедентом, вносить новое сознание для человечества. Потому что то, как начинает внедряться эта технология, то, как она начинает расширяться, это требует само по себе совершенно нового концептуального подхода для всех жителей планеты Земля. Эта технология создает новый стиль жизни. И она создает новый стиль жизни для осознанного человечества. Потому что те моменты, на которых сейчас сосредоточены СМИ, на которых сосредоточены
политики, экономисты, которые говорят о том, что мир подходит к своему краху и коллапсу, это не так. Но что действительно происходит на этой планете, народы, политики, финансисты все больше и больше приходят к пониманию необходимости объединения и к исчезновению самого понятия конкуренции как концепции, которая давно уже отжила себя на этой планете. Конкуренция, стремление быть впереди кого-то. И поэтому сейчас первый слайд, с которого мы начнем, он может показаться многим из вас забавным, но он не был таковым больше 100 лет назад. И когда сейчас я встречаю людей, которые начинают кичиться своим социальным статусом, своим материальным статусом, я всегда вспоминаю это великолепное изображение, оно появилось достаточно давно в интернете, вы даже сейчас, слушая меня, можете легко набрать эту фразу, и вы увидите, что это действительно было так. Уолтер Ротшильд, в те времена это был Лондон, 1898 год, когда он впервые выехал в город в собственном экипаже, запряженном собственными зебрами. Тогда это был Фурон. А повторить который на сегодняшний день мало кому удалось, несмотря на то, что если Уолтер Ротшильд внес огромнейший вклад для истории всего человечества через развитие всего, что касается сохранения природных ресурсов на этой планете, то очень многие, вы видите сейчас эту информацию, просто не буду ее читать. Ну, единственное, что я повторю, что финансируемые им экспедиции открыли более 5000 новых для науки видов. То есть это человек, который вкладывал ресурсы, неограниченные ресурсы, которыми владела его семья и которые он сам приумножал, для того, чтобы больше и глубже понять планету, на которой он живет, и для того, чтобы создать инструменты, сохраняющие эту планету. И эти зебры, они, это виды животных, которые он привез и поместил в своем музее, есть из воздания, и любой житель Лондона, и близлежащих городов и округов могли приехать и посмотреть. Огромнейший вклад этот человек внес в дело сохранения природы, климата на планете Земля. А что происходит сейчас? Что сейчас происходит с людьми, которые на планете обладают неограниченной властью и неограниченными ресурсами? А забавно это или нет, верит человек в это или нет, но все люди, которые сегодня на этой планете обладают неограниченными ресурсами, это те же самые мастера, будем называть их там, которые буквально в недавних своих воплощениях очень много и часто страдали от безденежья и были настолько озабочены справедливостью на этой планете, что просто буквально планировали для себя доступ к таким неограниченным ресурсам на этой планете, чтобы они использовали свою власть и ресурсы, которыми будут обладать, для блага всего человечества. Но, к сожалению, когда мы воплощаемся в этой плотности Земли на нашей планете, этому есть и научное обоснование в том числе, мы начинаем забывать, кто мы на самом деле, мы начинаем отодвигать в сторону наше сознание, и осознанное развитие уступает место тому, что называется понты. Когда хочется показать, что чем мы более велики, чем наш сосед. И, к сожалению, если во времена 1898 года Уолтер Ротшильд показывал свое превосходство через создание, через открытие новых видов флоры и фауны для науки, через открытие музея естествознания, сейчас огромное количество людей, которые обладают ресурсами, способными действительно возродить планету и проявить на планете, материализовать, создать на этой планете новые технологии, помочь им материализоваться на этой планете. Вот их ресурсы, в основном их власть, способности направлены на то, чтобы просто сделать себя еще богаче, в ущерб всем остальным. И в мире, который большей частью мы наблюдаем сейчас вокруг себя, драма,
является, к сожалению, основной причиной жизни. И когда этой драмы недостаточно, эта драма создается искусственно, причем все народы всего мира уже давно устали воевать, уже давно устали выживать, и люди стали чаще и чаще, все больше и больше оглядываться по сторонам. И сейчас, когда интернет-технологии объединили весь мир, стал виден огромный и колоссальный перекос того, что происходит. Мы видим, на предыдущих встречах мы с вами рассматривали, какое огромное количество ресурсов на этой планете уходит на то, что у нас выкидывается в виде продовольствия. То есть мы уничтожаем природные ресурсы, мы просто выкидываем в бездну финансовые ресурсы. Мы приводили с вами статистику, у нас там были цифры, тонны, миллиарды фунтов стерлингов, рублей и всего остального, и долларов, и евро. И мы видим, насколько этот перекос уже перешел все допустимые пределы, которые являются нормальными на этой планете. Нормальными на планете являлся голод и гибель стран и государств от чумы столетия, тысячелетия назад. Но сейчас, когда человечество пришло к такому уровню развития технологий на этой планете, подобные перекосы уже не являются уместными. Они не являются естественными. И та технология, которую мы с вами поддерживаем, она как раз и помогает на этой планете очень мягко, очень плавно, без всевозможных революций, без всевозможных катаклизмов, без крушения мировых империй, как финансовых, производственных, так и политических, начать плавно внедрять совершенно новый уровень сознания и совершенно новую концепцию для проживания человека на планете Земля. Можно было бы сказать, что существует очень много противников. Вы знаете, не суще... на самом деле это не так. И политики, и президенты, и крупные финансисты, мелкие финансисты, предприниматели, люди, у которых свои собственные заводы, цеха, пароходы, давно пришли к пониманию, что миру важно измениться. И они пришли к этому пониманию в большей части не от того, что они так переживают за все человечество в целом, они вдруг осознали, что если человечество и дальше будет развиваться в этом темпе, который нам удалось сейчас, то завтра они останутся без своих миллионов, миллиардов, и им придется по новой выстраивать свои собственные концепции. И в том числе люди, которые сейчас являются процветающими на этой планете, они и начинают озадачиваться и искать технологии, в которые они могут вложить свои средства, которые, наконец, первоначальный их импульс в том, чтобы приумножить то, что существует у них сейчас. Но в конечном итоге сейчас, когда уровень сознания на планете повышается, на всей планете сразу, мы с вами увидим, что даже этот их первоначальный импульс в дальнейшем будет меняться. Итак, что сейчас происходит на планете, куда мы движемся? Мы рассматривали с вами концепцию наших городов, что происходит, когда появляются города, как они уничтожают сами себя на самом деле, и что из себя представляют современные города. И в альтернативу современным городам была разработана концепция «Умный город». Эта концепция была разработана достаточно давно, это не сегодняшнее открытие и не сегодняшнее понимание. Эта концепция была направлена на то, чтобы первоначальный подтекст был: как бы сделать так, чтобы, наконец, можно было тотально контролировать каждого жителя этого города и смотреть, чтобы каждый житель этого города не мог тайком от государства брать энергию, воду, либо каким-то образом не платить налоги или не платить средства за то, чем он пользуется. И умный город, конечно, это я сейчас утрированно совсем об этом говорю, потому что, конечно, были люди, которые были заинтересованы в том, чтобы человек, наконец, вновь возвращался к своему пониманию быть человеком на планете Земля, переставал быть роботом, обслуживающим город, а, наконец, становился человеком осознанным, где роботы, машины, механизмы, IT-технологии берут на себя функции
управление не в смысле внутренней политики, внутренней организации, а управление в смысле обслуживания. Для того, чтобы максимально все, что может быть автоматизировано, было автоматизировано, и основная ситуация, которая стоит очень остро сейчас в больших городах, это чтобы своевременно подавались данные по счетчикам, по воде, по газу, по свету, по всем расходным материалам, которые присутствуют в современных городах. Пусть это начиналось подобным образом, и все же это привело к своим очень хорошим благостным последствиям, потому что мир стал задумываться, когда стали рассчитываться и создаваться концепции первого умного города, вообще сама по себе эта концепция умный город, пришлось считать, а что из себя представляет современный мегаполис, каковы затраты электроэнергии, каковы расходы питьевой воды, каким образом она чистится, куда идут отходы, сколько отходов получается. И когда разрабатывалась концепция умного города, в результате подсчетов, которые были взяты потом усредненными по городу, в котором находится хотя бы 1,5-2 миллиона человек, вот результаты этих расчетов были ужасающими, удручающими. То есть они полностью показывали, что в той концепции градостроительства, которая существует на сегодняшний день, человечество быстрее всего приходит к своему вымиранию. Вымиранию экологическому, вымиранию социальному, вымиранию политическому, потому что города уже живут своей собственной жизнью, мы с вами это рассматривали. И более того, человек начинает внутри клеток человека, в его ДНК, начинают происходить мутации такого рода и вида, что человек, как и вид на планете Земля, через какое-то время может полностью исчезнуть в том понимании, как мы видим себя сейчас. И стали предприниматься более глобальные действия, более глубокие действия по развитию умных городов. И появилось понимание, что, конечно, это совершенно потрясающе, когда все в городе автоматизировано и механизировано. Но то, что из себя представляют современные города, полностью показало, и расчеты это подтвердили, что это не является возможным. Если мы будем брать города, которые существуют уже сейчас, их невозможно сделать умными городами. Потому что то, как было создано градостроение, изначально не поддерживает эту систему. Коммуникации, которые существуют в современных городах, инфраструктура современных городов, транспортные развязки, социальная инфраструктура, они не в состоянии поддержать как бы трансформацию обыкновенного города в умный. И на самом деле это действительно так, потому что когда стали глубже рассматривать эту проблему, то, конечно, на поверхность первое, что сразу появилось на поверхности этого всего, у нас будет к этому потом следующий слайд, что по большому счету IT-технологии, которые выходят вперед и делают простой город умным, это всего лишь возможность для компаний, которые сегодня стоят у руля этих технологий, получить еще больше прибыли и обеспечить себе в ущерб экологии дополнительные заказы. И концепция умных городов стала рассматриваться глубже. Пришлось вернуться к истокам того, откуда вообще берутся города, как появляются города, как появлялись селения с тех времен, когда человечество еще бегало с каменным топором и жило в каменных пещерах. Все начиналось от воды. Вода всегда была жизнью, вода всегда давала жизнь, и вода давала безопасность. Если рядом была вода, то население этого поселка, этой страны, население этого пункта, либо города знало, что оно будет в безопасности, потому что благодаря воде оно могло содержать себя в чистоте, оно могло готовить себе еду, и более того, вода через орошение плодородных земель, которые находились рядом с поселком или вблизи города, и обеспечивали продуктами питания все население этого города. И тут оказалось, что это не данность. А вовсе не означает, что если город построен на такой артерии водной,
то он в безопасности на все время своего существования. Вдруг оказалось, что в тот момент, когда города начинают расширяться, и это относится не только к тем городам-миллионникам, 10-миллионникам, которые сейчас, это началось еще во времена Средневековья. И там это началось, кстати, намного раньше, чем здесь сейчас. Когда город начинал разрастаться, и жители города сливали все отходы в реку, все, что являлось канализацией в те времена, сливалось сюда же, то реки и близлежащие водные акватории превращались в рассадник инфекции. И в том числе и это послужило причиной тому, что в Средневековье и даже более того, и за пределами Средневековья было очень много эпидемий на этой планете. И человеку пришлось осознать, что если он желает развивать свои города вдоль рек и озер, вдоль водных акваторий, потому что это жизнь, он обязан заботиться о чистоте этих водных акваторий. И тогда появились первые очистные сооружения, но появилась другая проблема. И возвращаясь сейчас к тому, к чистоте водных акваторий, мы можем наблюдать с вами по истории планеты Земля, по развитию городов, что многие города, которые первоначально успешно начинали развиваться, приходили к своему коллапсу из-за того, что не хватало питьевой воды для всего населения, которое начинало уже жить в этих городах. Сначала не хватало питьевой воды, потом не хватало воды для бытовых нужд. Сейчас в городах мы научились очищать воду, качество ее мы можем оставить сейчас за пределами, потому что это уже об этом пишет весь интернет, и все мы прекрасно знаем, что мы пьем из нашего крана, что мы давно уже не пьем воду просто из-под крана. Но вдруг оказалось, что современные города, а даже при том, что они действительно сейчас все на IT-технологии, все на автоматизации и на механизации, они представляют собой еще большую угрозу в плане разрушения близлежащих и прилежащих территорий. Потому что города расширяются настолько быстро, особенно в современном мире. Сейчас, когда уже даже существует 3D-печать, 3D-принтеры для домов, это разработки в том числе и наших российских ученых, можно, пожалуйста, себе за несколько часов построить одноэтажный дом, где-то площадью около 40 метров квадратных. Такую однокомнатную квартиру для самого себя на своем участке. Нет предела технологий. Но оказалось, что современное строительство съедает экологию, просто разрушает все, что раньше считалось сельхозугодьями и кормило город, что раньше считалось лесами и легкими, которые располагались вокруг городов, потому что леса тоже вырубаются в угоду тому, чтобы город расширялся. И более того, современные города на сегодня не только исчерпали ресурсы водных акваторий, ресурсы экологически чистых мест, которые живут, которые располагаются рядом, если раньше можно было в течение 15 минут выехать за город и походить босиком по траве, то сейчас мы можем ехать часами. Но у современных городов еще большая проблема – это отсутствие чистого воздуха. И когда сейчас начинают разрабатывать концепцию умных городов, либо начинают расширять, увеличивать города вертикально, это больше не имеет никакого значения. Дышать нечем. И если мы привыкли пить химическую воду, то мало кто на планете Земля на сегодняшний день привык дышать химическим воздухом. И это проблема, которая является проблемой номер один. Высота домов, высота строительства, высота этажей не спасает от выхлопных газов. И более того, в районах Крайнего Севера это является проблемой номер один, потому что во время морозов все выхлопные газы остаются на уровне роста человека. Машины мало кто включает, и по сию пору это так, особенно это на газовых месторождениях. И в небольших поселках, где, казалось бы, прекрасная, замечательная экология, машины не глушат, и утром все жители выходят и попадают в свой собственный крематорий. Воздух загрязнен. И сейчас мы с вами видим потрясающее изображение на мониторе экрана, которое показывает
одну из концепций нового умного города. Вы видите, что уже пешеходные дорожки и дорожки для велосипедистов вывели на уровень почти что небоскребов, но так не решается проблема жизни человечества на планете Земля. У нас с вами есть потрясающая технология, уникальная технология, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Яницкого и концепция, которая помогает расширяться самому этому транспорту через опорные промежуточные башни. Это концепция линейных городов. И вы знаете, я абсолютно уверена, что именно эта концепция линейных городов, как основной фактор появления нового сообщества людей, абсолютно нового, для того, чтобы жить в линейном городе и понимать, как там будет все внутри устроено, необходимо появление нового сообщества людей, которые не только проектируют и заселяют эти умные города, но готовы и осваивают в том числе и умный космос. Потому что мы сегодня знаем, что космос вокруг нас, планета, пространство, космическое пространство вокруг планеты Земля уже тоже не является настолько чистым, каким оно было, и первозданным, каким оно было когда-то. И возвращаясь к концепции линейных городов, умных городов, к тому, как они развиваются, что на сегодня почему-то считается решением глобальных экологических программ, на самом деле это всего лишь расширение компаний, которые как раз и производят все, что связано с IT-технологиями, все, что связано с контролем, все, что связано со слежением, все камеры, все мониторы. Вот если вы были в Соединенных Штатах, приезжали хоть когда-то, в Соединенных Штатах на самом деле гордятся, наверное, это есть предмет этой гордости, что там везде, где только можно, ну, на самом деле в Европе также выставлены камеры слежения. Это сделано для того, якобы, на самом деле, наверное, это действительно так, для того, чтобы создавать безопасность в городе и сразу видеть, где какое произошло событие, и быстро его локализовать. Руку на сердце положа, скажу, что, наверное, это так. Я столкнулась с этим в Европе, когда мы на машине просто заблудились. Совершенно непонятная была для нас развязка, и нам пришлось остановиться, достать по старинке карты, потому что мы уже ничего не понимали в навигаторе на испанском языке, и понять, куда мы едем. Прошло всего 7 минут. Мы стояли, можно сказать, в лесу, к нам подъехали карабинеры, спросили. Счастье, что с нами был человек, который владел испанским языком. Нас спросили причину нашей остановки, и нам любезно помогли. Нас вывели на трассу, которая была нужна нам. Нам объяснили, где нам надо свернуть, и какую-то часть пути еще проехали с нами. Да, когда подобным образом работают IT-технологии, это, конечно, великое благо для человека. Но все же на сегодняшний день, посмотрите, вот эти автобусы для работы в Сан-Франциско, они существуют реально. Это концепция, которая тоже была создана. И концепция того, что мы начинаем работать в транспорте, она создана из того, что мы уже вообще фактически почти не проводим время с семьей, мы почти не проводим время на природе, потому что загазованность наших городов и пробки, в которых на сегодня вынуждено пребывать все человечество, достигли своего коллапса. Причем метро не решает этих проблем. Те из вас, кто живут в современных городах и утром, и вечером пользуются метрополитеном, подтвердите, что вы точно так же попадаете в пробки утром, когда пытаетесь пойти на работу, особенно на станциях пересадок между ветками, и точно так же попадаете в пробку входа в метро и на тех же пересадочных станциях, когда едете домой. Пробки в метро. И они являются на самом деле наиболее опасными, потому что выхода нет. В случае, когда происходит какая-то опасная ситуация в метрополитене, это действительно опасная ситуация для всех, кто там находится, потому что все пассажиры метрополитена являются как бы пассажирами подводной лодки, с которой выхода нет до тех пор, пока они не всплывут на поверхность, либо не выйдут где-нибудь по эскалатору. И даже выходные дни, когда мы пытаемся выехать за город, вот эта загазованность в самих пробках, в которых мы стоим, мы просто стараемся не замечать этого, потому что иначе нам придется решать эту проблему самим. Мы стараемся не замечать.
Но это так. Для того, чтобы на час, на полтора, на два выехать за город, мы тратим часы, а то и дни для того, чтобы добраться в это место. И вы помните, что сама концепция линейных городов, и вот вы видите внизу, я всегда использую на слайде, внизу именно вид, фотографию, разработанную конструкторским бюро ЗАО «Струнные технологии» по промежуточным башням, по опорным башням, которые представляют из себя часть концепции линейного города, где никуда не нужно стоять часами в пробках, не нужно часами ехать, это же парадокс, часами ехать из каменных джунглей для того, чтобы увидеть, как растет одуванчик или ромашка. И несколько лет назад, когда мы сотрудничали с СПбГАУ, с Санкт-Петербургским аграрным университетом, уже там рассматривалась эта концепция и были произведены расчеты, что если у человека нет возможности в течение 15-20 минут дойти до зоны отдыха, имеется в виду это парк, либо это природа, где можно полежать на траве, где можно послушать птиц, стрекотание кузнечиков, увидеть чистое небо. Вот в этом случае у людей через 5 лет начинаются генные мутации. Учитывая, сколько мы с вами живем в наших городах и какое количество населения проживает в современных городах, то мы можем констатировать, что человечество давно подвержено и прошло, и проходит все мыслимые и немыслимые виды генных мутаций для того, чтобы выжить в этих городах. Мы не имеем такого количества кислорода, какое оно было раньше. Мы не имеем того количества свежего света, вот чистого света, чистого солнечного света, который был раньше. Поэтому наши клетки перестраиваются, перестраивается все. И биологи в том числе бьют тревогу, потому что начинает перестраиваться даже механизм фотосинтеза внутри растений. Все становится другим. И при всем этом мы начинаем все выше и выше строить наши дома, мы возводим еще больше небоскребы, мы даем еще большую премию тем, кто создал какой-то необыкновенный небоскреб. Но решение не в этом. И решение никогда не было в этом. Решение начинается в другом. Оно начинается через то, что мы начинаем плавно и медленно расселять эти монстры, на самом деле монстры, которые пожирают окружающую среду, наши города. Причем у монстров, которые сжирают экологию планеты Земля и являются глобальным проблемой на самом деле на этой планете, не выброс озона в окружающую среду и, наверное, даже не взлет самолетов на этой планете, а города. Ведь даже не в том сегодня причина, что город лишил себя чистой воды и чистого воздуха. А дело в том, что города на сегодня настолько засорили акватории рек, озер, морей и океанов, вдоль которых они находятся, что даже люди, которые народы, страны, островных государств, которые живут в том, что и цивилизацией назвать на сегодня неприлично, потому что в нашем понимании там цивилизации нет. Но и они сегодня сталкиваются с тем, что загрязнение окружающей среды начало влиять и на них. На сегодня загрязнение окружающей среды приняло глобальный характер. Есть ли решение? Конечно, есть. Нам важно начать, и это решение, не это решение, как бы над этим вопросом, над этой задачей работает огромное количество компаний, которые связаны именно со строительством. Это было всегда одним из основных приоритетов всех институтов, которые занимаются именно развитием строительной инфраструктуры. Было понятно, что необходимо расселять города. Но отсутствовала концепция и технология, вот то, что мы имеем с вами сейчас, струнный транспорт Юницкого и сопутствующий, как я говорю, всегда побочный эффект, самый потрясающий, самый великолепный, это линейные города. Плавное расселение жителей из городов. Было очень много попыток, мы с вами рассматривали это на предыдущих наших встречах, но они все заканчивались крахом, потому что они не учитывали мобильность и подвижность. Либо
Это были уже чисто экологические поселения, где молодежи было скучно, и молодежь уезжала. Молодежь не желает жить по старинке, она не желает носить рубахи, она не желает носить бороды, она не желает что-либо делать руками в тот момент, когда действительно достаточно автоматизации, механизации. И получились очень большие перекосы по социальному развитию и по демографическим состояниям. То есть либо было очень много молодежи, которая потом взрослела и уезжала бесследно, оставляя стариков на произвол судьбы, либо это было очень много людей такого деятельного возраста от 35 до 45. Может быть, вы помните, тогда было очень много таких объектов, как Байкало-Амурская магистраль, Саяно-Шушенская ГЭС, куда приезжали люди, ну, уже такого достаточно зрелого возраста, они начинали строить эти социальные объекты, они создавали семьи, но в конечном итоге все пришло к тому, что именно отсутствие баланса того, сколько должно быть молодежи, какое количество должно быть школ, какова должна быть инфраструктура, где будет встречаться молодежь, потому что это один из основных и, как оказалось, важных факторов развития. Почему на сегодня за рубежом очень приняты кампусы, где молодежь, которая обучается в университетах, живет в кампусах. Там почти нет такого, как у нас в Российской Федерации, в бывшем СССР, что мы жили в своих городах, мы приезжали в университет, в свои институты утром транспортом, вечером ехали домой. Современная модель образования молодых людей, она построена на том, что люди живут в кампусе, чтобы молодежь окунулась в эту среду, чтобы молодежь училась брать на себя ответственность за то, как владеть жизнью, за то, как выстраивать отношения, и также брать на себя ответственность за свою собственную жизнь, подготавливать себя к взрослой жизни, потому что уже мамы и папы остались где-то там далеко дома, и человеку надо научиться планировать и обустраивать свою жизнь. Это работает на самом деле хорошо. Но в сегодняшних городах в отсутствии транспортной инфраструктуры, потому что очень мы надеемся с вами и ждем внедрения, наконец, потрясающего этого вида транспорта и высокоскоростного, и городского, и пассажирского. Именно этот транспорт на сегодня помогает обеспечить полноценное развитие жителей маленьких городов. И для этого мы с вами будем рассматривать не умные города, потому что наличие кнопок, наличие счетчиков, которые автоматически передают данные относительно того, сколько воды слилось в вашем унитазе или вашей раковине, это вовсе не является чем-то умным. Это то, что на сегодня может сделать любой человек и так. Все зависит от того, лень ему или нет, сразу он подает показания счетчика или нет. В любом случае, наши компании не в таких убытках, как они об этом говорят. У нас есть более глобальная проблема, которая требует решения. Как создать города такими, чтобы люди, пребывая в экологически чистых местах, в шаговой доступности от живой природы, от живой воды, от чистой воды, в тот же момент могли быть мобильными, подвижными и перестали бы трястись о том, что будет с ними завтра. На самом деле это проблема, о которой замалчивают, но которая является основной и которая привела к коллапсу строительной компании, в первую очередь зарубежных Соединенных Штатов, а затем с этой проблемой столкнулась Европа. В России это пока не так развито, потому что мы не покупаем недвижимость такими объемами. У нас не строится в таких программах жилье, как это строится за рубежом. А в чем состояла концепция, в чем состояла программа строительства жилья, как бы в экологически чистых районах? А жилье было достаточно дорогим, несмотря на то, что оно на самом деле было очень дешевым. Был разработан метод щитового строительства домов. А дома возводились в считанные секунды, и если вы посмотрите современные блокбастеры, современные фильмы, то большинство этих домов, включая и Лос-Анджелес, где там двух-трехэтажные дома,
Это щитовые сборные модели, которые можно разрушить, ну, буквально в течение 10-15 минут. Каменного строительства очень мало. Но все же это строительство очень дорогое, потому что это отдельные сети коммуникации, это отдельная котельная, это отдельные станции по выработке электроэнергии. И это удорожает строительство. Плюс это большая площадь и маленькое количество жителей, которые обслуживают ее. Поэтому уход за близлежащие территории тоже возлагается на жителей этого поселка, как бы экологически чистого поселка. И вдруг оказалось, что люди, которые вынуждены по 10, 15, 20, 30 лет выплачивать этот кредит, ипотеку, либо каким образом они получили этот дом, они попали в ловушку. И началось очень много депрессий, на самом деле, почему была так сильно развита психология за рубежом. У нас она пока еще не так, но уже тоже приходит. Буквально позавчера я общалась со своими знакомыми. У них все хорошо в их мире. У супруга бизнес, у супруги тоже бизнес. На самом деле она работает в очень хорошей процветающей фирме. Но у них наступил душевный кризис. Душевный кризис. На сегодняшний день они выплачивают квартиру, им выплачивать ее еще 30 лет. Вот они каким-то таким волшебным для себя образом, как большинство, вступили в ипотеку. И когда они осознали вот эту цифру 30 лет в этой квартире, ведь они могут поехать куда хотят, они могут заняться чем хотят, у них завтра изменятся приоритеты, и это нормально. Это естественно, когда в зависимости от того, сколько вам лет, у вас собственные приоритеты, и у вас совершенно другие критерии к выбору места жительства, к выбору отношений и к выбору того, чем вы хотите заниматься. И это молодая, на самом деле молодая супружеская пара сейчас выставила свою квартиру на продажу. Они уже присмотрели в Таиланде себе жилье, и они просто хотят туда уехать. Они не хотят больше быть рабами этой 30-летней ипотеки. Они хотят путешествовать, они хотят быть свободными. Мы рассматривали с вами буквально 2-3 вебинара назад. Это дауншифтеры называют таких людей, они устали от бизнеса, они устали от того, чтобы быть заложниками офисов, быть заложниками существующей инфраструктуры. И они просто хотят быть свободными в их понимании. Сейчас уберем эту ситуацию, о которой я рассказала, рассмотрим, к чему это ведет. Когда мы стали так усиленно давать ипотеки, это всего лишь финансовая составляющая, которая помогает наживаться банкам. Помогает лишь банковским сферам быть еще богаче, делать деньги из воздуха. Об этом много написано в интернете, есть выкладки, в том числе и научные, поэтому сейчас мы на этом заострять внимание не будем. Мы с вами рассмотрим иное. С возрастом человеку приходит время перемещаться. Потому что сначала он живет один, ему нужно одно жилье, а потом он живет уже с семьей, а потом с детьми, а потом дети уезжают, а кто-то поступает. И более того, как сейчас показывают современные исследования, чем чаще человек переезжает, ну, не будем говорить о том, что он ветром гонимый, солнцем палимый, но хотя бы раз в 15 лет человеку важно менять сферу деятельности, человеку важно менять направление жизни, человеку важно менять свои привычки, а еще лучше переезжать. И если мы не будем говорить о том, что человек берет и кардинально переезжает в другую страну, на другой континент или вот буквально за 3-4 города от себя, то хотя бы внутри города, внутри места проживания ему важно переместиться. На уровне подсознания каждый человек знает об этом. И из этой потребности сознания, потребности человека, потребности в том числе как бы правильного и здорового развития ДНК и клеток человека, появилась потребность иметь дачу. И у нас было целое движение, и за рубежом этого достаточно, что человек живет в городе, и у него обязательно есть дача. И вы помните, мы с вами все выросли на этих дачах. Но в современном мире, когда дачи перестали быть просто источником посадки картошки, морковки, огурцов и помидор,
А вдруг оказалось, что они превратились в такой же капкан. Стоимость современных дач начинается, хорошие дачи, начинается от 10 до 20 миллионов российских рублей. Можете перевести в доллары те из вас, на кого это интересует, кто живет в другом регионе и с другой валютой. И мало кто задумывается, что дача действительно превращается в капканом. Человек не путешествует, он все выходные теперь проводит на даче, потому что за ней нужно присматривать. Но ведь если бы человек эти 20 миллионов тратил на свой отпуск, то за 20 лет по миллиону в год он бы объехал всю планету и жил где захотел и как захотел. Мог бы останавливаться в таких отелях, каких он хочет. Вот у нас отсутствует эта концепция и модель понимания, как устроен мир. Потому что сегодня человек поставлен в очень жесткие рамки выживания. И если он не позаботился о себе с юности и зрелом возрасте к своей старости, то он может оказаться, он либо она, на грани нищеты. И где уже не будет возможности, сил, ресурсов и здоровья как-то себе помочь. А государство не желает брать эти функции на себя. Сейчас у нас еще один перекос появился на нашей замечательной, чудесной планете, и мы рассматривали его с вами, что человечество вдруг обнаружило себя долгоживущим. Вдруг, в кавычках, обнаружилось, что средняя продолжительность жизни 150 лет, и правительства очень быстро отреагировали на это, и повсеместно стали увеличивать пенсионный возраст. И мы получили следующую проблему. Мы получили следующий виток депрессии и у молодежи, и у пожилых людей. У нас нет достаточного количества рабочих мест. У нас отсутствует финансовая и социальная поддержка пожилых людей, когда человек мог бы в 50 лет сказать: «Боже мой, все, я начинаю, я отдал, отдала все долги своим государством, правительством, народу, нации и планете Земля, и я могу теперь просто попутешествовать и заняться развитием своего сознания». Кстати, Индия единственная страна, где это возможно. Там можно в 50 лет прийти, положить в полицейском участке свой паспорт, сказать, что вот такого гражданина уже нет, существует другой, и я начинаю заниматься собой. Там это является нормальным. Наверное, когда-то доживем до этого и мы. И мы сейчас с вами вернемся к концепции, к потрясающей концепции линейных городов, которая может позволить, когда мы начинаем разрабатывать это и смотреть в глубину того, что мы начинаем с вами строить и что мы поддерживаем с вами, мы можем создать эту модель. Она готова, эта модель. Когда вот с одной башни в другую, то, что вокруг чего выстраивается сам город, вокруг чего выстраивается населенный пункт, это всего лишь дело расчетов, это дело ближайшего будущего, когда появятся люди и рассчитают финансовую, экономическую, социальную и демографическую составляющую линейных городов. И мы с вами поймем, какое красивое, какую красивую новую технологию на самом деле мы с вами внедряем. Будет очень легко перемещаться. Вы все знакомы с тем, как работает высокоскоростной транспорт, об этом огромное количество у нас лекций и материалов. И вот представьте, что у вас есть возможность перемещаться на любимую работу, вы можете менять работу. Более того, когда мы понимаем, что вот этот весь линейный город, он наш. Москва, Дальний Восток, Санкт-Петербург, Москва, Дальний Восток. И вдоль этого мы с вами можем выбирать. Вот для этого нужно новое сознание. Для новых технологий нужно новое сознание. Когда люди начинают понимать, что мне не нужно держаться, мне не нужно брать ипотеку на 30-40 лет, где воистину дети платят за грехи или за желания своих отцов. Уже родителей нет, а дети вынуждены платить, выплачивать эти ипотеки, выплачивать эти кредиты. Мы можем быть свободными. Сегодня наш вид деятельности, который мы освоили, наши знания и наши умения и наш возраст нужны вот в этой части линейного города. И для нас там готово все жилье, для нас там подготовлена инфраструктура. И когда мы понимаем, что мы желаем...
иметь детей, мы желаем иметь семьи. У нас меняется наше направление и течение жизни. Мы знаем, что мы можем оставаться работать здесь, потому что здесь то, что является, ну, вдохновляющим в нашей жизни, но мы легко можем переехать на другую станцию, мы можем переехать к другой башне, к другому поселку, потому что там ритм жизни, уровень жизни, инфраструктура, социальное обеспечение поселка построено на то, чтобы можно было спокойно растить детей, чтобы можно было позаботиться о пожилых людях. Для пожилых сама концепция пожилых людей на самом деле на этой планете уходит. И если бы это было не так, то никто не продлял бы пенсионный возраст до 65, до 67 лет. Сейчас уже рассматривается новая концепция 75 лет, и мы с вами до этого доживем. На самом деле человечество молодеет. Вы можете посмотреть на себя, вы можете посмотреть на то, какими были ваши родители. Мы можем порадоваться за себя. И больше всего мы радуемся за то, что мы с вами поддерживаем технологию, которая создает совершенно новый уровень сознания на этой планете. И мы с вами продолжаем наше путешествие по решению глобальных экологических программ, и мы с вами видим, что то, что является концепцией умных городов на сегодня, то, что, где предполагалось создать эту всеобъемлющую городскую инфраструктуру, управляемую из единственного центра местными властями, это больше не работает. И новаторами в этом являются и наши российские ученые, которые впервые заговорили о том, что концепция умного города будет являться умной не потому, что она полностью напичкана технологиями роботизации и автоматизации, а благодаря тому, что начинается новое общение среди людей, которые начинают жить в этих городах. И новые формирования этого нового уровня вида общения становится приоритетной задачей, где уже люди начинают решать, как будет построен город, что будет происходить в этих городах. И умные города, а в данном числе мы переходим с вами очень плавно к концепции линейных городов, потому что действительно они решают все существующие проблемы, которые мы с вами сегодня перечислили, и которые мы перечисляли с вами на предыдущих встречах. Это и переработка мусора, и чистая экология, чистый воздух, чистая вода. Вы прекрасно знаете, что сейчас достаточное количество перерабатывающих технологий, которые позволяют из любого мусора делать не только топливо, но и алмазы. И это не внедряется, потому что это негде внедрить в городах. В городах, которые идут вертикаль и которые на сегодня состоят из домов-монстров. Еще раз сделаю акцент, дом, в котором я живу, он 24-этажный, в нашем доме более 5000 жителей. Это две средних деревни Алтайского края. Никто не знает друг друга, все в машинах, все в смоге, даже мой 24-й этаж меня не всегда спасает. И если еще тут внизу, у нас достаточно мусора в нашем доме для того, чтобы запустить одну из таких машин, которая будет перерабатывать мусор. Но у нас отсутствует плотность застройки такова, что это не внедрить. Поэтому в современных городах, таких, какие они сегодня есть, внедрить эти новые технологии, которые будут действительно решать глобальные экологические программы, отсутствует возможность для этого. Но когда мы с вами начинаем выстраивать концепцию линейного города, и когда мы начинаем понимать, что в каждом таком локальном пункте можно сделать все, что угодно, причем можно вывести это за черту этого небольшого поселка, он даже пусть большого, возможно, 30-50 тысяч, все будет зависеть от того, как будет разработана концепция, как будет разработана инфраструктура внутри, ведь не наверняка, а обязательно будут как бы поселение, где будет действительно достаточно много людей, и будут поселения, где их будет меньше вдоль этого линейного города. Но в любом случае, когда инфраструктура строится сразу и сразу разрабатывается концепция очистки окружающей среды,
это полностью снимает все проблемы. Создавать снова, закладывая это не то же самое, что рядом с мегаполисом внутри домов, внутри детских площадок, начать сейчас устанавливать системы очистки и системы мусоросжигания. Сейчас появился ряд новых домов, где ставят пятиступенчатую систему очистки и говорят о том, что вода является чистой. На самом деле это тоже не так, но стоимость квартир в таком доме, она космическая. Поэтому люди все больше и больше задумываются, а действительно не переехать ли жить за город. Все, что их останавливает, это пробки на дорогах. И мы с вами возвращаемся к тому, к чему пришла сегодняшняя цивилизация, к тому, что является концепцией умных городов. Итак, несмотря на то, что было принято осознанное решение среди архитекторов, среди строительных институтов о том, что умный город это хорошее решение, вот эта автоматизация, роботизация для власти имущих, для тех, кто озабочен тотальным контролем за населением, чтобы ресурсы, которые расходуются в этом городе, все были учтены, чтобы каждый заплатил свой цент, рубль либо копейку за все, что он использует. Но они не решают экологические глобальные программы. Швейцария была первой страной на этой планете, которая решила взять на себя ответственность восстановить экологию. Это было достаточно давно. И к тому, сейчас, вот буквально недавно проезжая по Швейцарии, я действительно подтверждаю, что там можно пить откуда угодно, как было в нашем детстве, когда мы плавали в реке, пили из этой реки, пили во всех лужах, болотах, где угодно, пили воду из-под крана, и все с нами было хорошо. В Швейцарии сейчас то же самое. Но не так и давно эта страна была полностью загрязнена. Она подошла к своей экологической катастрофе. И жители этой страны приняли всеобщее решение, что каждый житель берет на себя ответственность заботиться о чистоте и экологии. У них ушло на это несколько лет. Но мы видим на примере этого государства, что это возможно. Конечно, многие нововведения первоначально шокировали всех жителей, потому что поддерживать экологию в Швейцарии означает, для примера я вам приведу, если я выпила пакетик, заварила чай пакетиком, чайным пакетиком, то когда я его утилизирую, я должна отдельно оторвать ниточку, сложить это в один контейнер, отдельно бумагу, в которой была насыпана заварка, в другой контейнер, металлическую скрепочку, которая прикрепляет ниточку к пакетику с чаем, в другой контейнер. Это может показаться абсурдом. И, конечно, это привело не к тому, что все сидели с ножницами, плоскогубцами и расщепляли этот бедный пакетик на металлические, веревочные, бумажные и всевозможные части. А при этом заварку надо еще высыпать тоже в другое место. Просто люди начинали делать выбор, что они предпочитают пить, чай в пакетиках, либо просто заваривать это так, как они делали всегда. И сейчас эта страна превратилась в эталон. Высочайший эталон экологически чистого места. То, что является у них на сегодня нерешенным на самом деле, это транспорт. И молодежь уезжает, там достаточно высокие зарплаты, достаточно высокий уровень жизни, но получив свою необыкновенно высокую, особенно по российским меркам, баснословно высокую зарплату, заплатив все налоги и заплатив коммунальные, потому что все это поддерживается за счет населения, человек остается фактически с очень небольшой суммой. Молодежь уезжает. Вот из этих экологически чистых деревень, экологически чистых поселков и поселений в горах молодежь уезжает. Она едет в задымленные города, она едет в задымленные, захламленные мегаполисы, потому что молодежь хочет общаться. Молодежь не хочет сидеть в своем домике в деревне. Отсутствие транспортных развязок в экологически чистых зонах
не позволяет там задерживаться молодежи, которая должна была бы рада тому, что она живет и все с ней хорошо. Отсутствие транспортных развязок не позволяет людям из больших городов побывать в экологически чистых районах, то есть взять и поселиться за пределами подальше от работы. Человек не желает больше всю свою жизнь тратить время на транспорт, потому что это и так стало данностью. И более того, все, что не тратится на транспорт, тратится на IT-технологии, потому что у каждого из нас сегодня, исключая промышленное производство, вся жизнь протекает в компьютере. Вся наша работа заключена в компьютере, в ноутбуке. Мы приходим на работу, мы включаем компьютер, мы выключаем компьютер и уходим с работы, приходим домой и вновь его включаем. И человек от этого тоже устал. Человек устал смотреть на мир через селфи своего монитора, своего сотового телефона. Мы уже дошли до абсурда. Мы находимся в прекрасных уголках планеты, и мы не смотрим на мир, как это было раньше. Мы скорее фотографируем, мы быстрее ищем, как это выложить в Инстаграм, в соцсеть. И когда мы приезжаем домой, у нас не остается никаких впечатлений от потрясающей красоты природы, где мы были. У нас лишь фотографии в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке и в социальных сетях. И пришло время изменить это. Пришло время, чтобы человечество взяло наконец на себя ответственность за то, что происходит сейчас. И первым и ближайшим инструментом, решением к этому, выход за пределы конкуренции любого рода. Планете пришло время вернуться к человечности. Никто в одиночку не изменит движение существующего развития на этой планете. Объединение. Объединение технологий. Объединение тех, кто считал себя конкурентом. Конкурентом в транспорте. Конкурентом в промышленности. Конкурентом в бизнесе. Конкурентом в финансах. Пришло время объединяться. Конкуренция завела нас в тупик. Мы дошли до того, вы помните, к чему привела конкуренция и откуда она началась. На самом деле мы тоже проходили это намного раньше, чем прибыль стала основной причиной жить. Когда у нас были пятилетки за 3 года. Это самое настоящее перепроизводство. Мы начинали производить то, что не могли потребить. Но это было очень престижно. Пятилетку за 3 года, за это давали награды, за это давали должности, за это раздавали почести. Но нет никакой причины. На этой планете не будет победителей в конкуренции ни в одной из сфер жизнедеятельности человека. Пришло время объединяться. И на самом деле сейчас, когда мы видим с вами, как происходит, благодаря, кстати, IT-технологиям и селфи, спасибо огромное Сергею Сибирякову, Алексею Суходоеву за то, что они всегда в прямом эфире, в Перископе и вот с этой палкой селфи на всех технологических выставках. Вы знаете, я помню по Берлину, когда мы были на Инотрансе. Я не видела, что там есть конкуренты. Я ходила и смотрела на технологии, которые были представлены там, и я сожалела, что была уникальная возможность представителям всех современных технологий, которые были выставлены там, сесть за стол переговоров, выделить себе один день, сесть за стол переговоров и сказать: коллеги, мы создали уникальные технологии. Давайте посмотрим, где мы можем с вами провести интеграцию, где моя технология будет служить вам, где ваша технология поможет мне продвинуться дальше. Как мы сегодня объединим свои ресурсы для того, чтобы вернуть экологию и свободу человечеству на этой планете? Когда уходит понимание конкуренции, на этой планете начинает возрождаться понимание поддержки и комплексного развития глобализации. О глобализации очень много говорили на этой планете. И очень, если вы наберете просто это слово глобализация, сразу вы получите огромное количество материалов за и против. Но все же мы приходим к этой глобализации. Мы не можем больше говорить о том, что
у нас разные расы, у нас разные нации, у нас разные устои, что один хуже другого, одна политика хуже или лучше другой, один народ более достоин жить на этой планете, чем другой. Нет такого на этой планете Земля. У нас единая планета. У нас единые технологии. И есть точки на этой планете, куда я могу на сегодня долететь только вертолетом. Я никогда не прилечу туда самолетом. И есть точки на этой планете, куда я могу добраться на велосипеде, и мне это будет комфортно. И важный момент, где мне нужен автомобиль. Мы буквально с вами на предыдущей встрече рассматривали даже, какими стали самолеты. Самолетостроение начинает приобретать человеческое лицо и становится экологически чистым. Все меняется. И тогда бы те, кто считает себя конкурентами, начинали садиться за стол переговоров и объединять свои технологии. Объединять то лучшее, что есть в каждой технологии для создания новой концепции, нового человечества, для разработки вот этой идеи линейных городов, то, как это важно в каждой стране, как это будет работать. Вот на что важно было бы сейчас направить ресурсы. И когда я говорю всегда о конкуренции, о том, что как это важно биться, как это важно победить, как это важно быть первым, я всегда вспоминаю видеоролик, который я смотрела много-много лет назад. Это действительно история, которая была, которая существовала. Это происходило на одной из олимпиад, олимпиада, где в конце олимпиады уже соревновались люди с ограниченными возможностями. И там был забег на 100-метровку, по-моему, детей, подростков, которые болели болезнью Дауда. У них была такая очень плохо с подвижностью, и они все стартовали. И на каком-то этапе, когда они уже пробежали две трети, один из мальчиков упал. И, конечно, ему было очень больно, ему было очень обидно. И поразительно, что все, кто бежал с ними, все, кто бежал с ним в этом забеге, я сейчас покажу, включу этот видеоролик, они повернулись и подошли. И они помогли ему подняться. И они вместе пришли к финишу. И мне всегда хочется задать вопрос, на самом деле, как-то в последнее время все чаще и чаще встречаюсь с политиками, с крупными бизнесменами, мне всегда хочется задать вопрос. Вот вы здоровы, вы полны жизни, у вас все великолепно с ресурсами, с финансами, для чего вам конкуренция? Неужели обязательно нужно быть больным, хромым и ограниченным в чем-то, для того, чтобы начать искать точки соприкосновения с другими людьми. И на этой планете никогда на самом деле не было никакой причины необходимости в конкуренции. На этой планете нет чужих. На этой планете нет никого, кто был бы выше другого в расе, выше другого в вероисповедании, выше другого только потому, что он живет в одной стране или в каком-то необыкновенном месте, один в Швейцарии, а другой в Корее. Ничего подобного. Мы все равны. Мы все на одной планете. И эта планета, как я всегда говорю, она своего рода подводная лодка. С нее некуда деться. Мы просто ходим по разным палубам. У кого-то палуба без окна, у кого-то, хотя на подводной лодке все палубы таковы. Все закрытое, все пространство. И кто бы ни открыл дверь, все просто захлебнутся. Поэтому каждый
обязан озадачиваться тем, чтобы поддержать жизнь всей планеты в целом, чтобы поддержать всех, кто на этой планете, чтобы сохранять эту потрясающую экологию, эту потрясающую планету, которую мы с вами создали. И вновь возвращаясь к уникальной концепции линейных городов, к возможности формировать новое человечество, к возможности формировать новый уровень сознания для появления нового сообщества людей и действительно осваивать и проектировать не только умные города, но и осваивать умный космос. Все, что происходит сейчас на этой планете, все, что происходит сейчас с людьми. И вновь нижайший поклон и огромная благодарность уникальному человеку. Когда встречаешь таких людей, всегда благодаришь свое воплощение. Мы очень удачно с вами воплотились в этот раз. Мы видим такие технологии, мы участвуем в таких грандиозных и глобальных проектах. Мы стоим у руля на самом деле. У руля это подводной лодки. И мы с вами выбираем. Наша осознанность сейчас помогает позволять на планете внедряться этим новым технологиям, приходить к новым концепциям. Многие из вас, сейчас общаясь со своими близкими, друзьями, заметили, что действительно сознание людей меняется, что политики уже перестали быть такими жесткими. Политики начинают искать точки соприкосновения. Экономисты перестали быть такими жесткими. Экономисты начинают искать, как вложить деньги в развитие региона, которые они перед этим грабили, меняется все. Люди начинают понимать, насколько они общие. И вновь вспомню первого советника Папы Римского. У нас была встреча в Санкт-Петербурге несколько лет назад, и он доводил до нас концепцию Папы, нового Папы, который призывал крупные корпорации мира начать вкладывать деньги в те регионы, из которых сейчас больше всего волн миграции. Это Африка, это страны Латинской Америки, это страны Востока, если мы будем брать Дальний Восток, все страны Камбоджа, Вьетнам и так далее. И действительно он был прав, он видел, что это глобальное решение. Это не решение по принципу Китая, где Китай сейчас превратил свою страну наполовину в помойку, потому что, разместив у себя все производства, мы знаем, что там происходит сейчас с окружающей средой, с острой нехваткой питьевой воды, потому что города, эти монстры, сожрали все питьевые ресурсы и истребили плодородные почвы, и более того, загрязнили воды акваторий, вдоль которых расположены города, мы видим, насколько миру необходимо сегодня то решение, та новая инновационная технология, которую при вашей помощи, при вашей поддержке внедряет на этой планете уникальный человек, уникальный мастер Анатолий Эдуардович Юницкий. Обожаю эту фотографию, потому что Далай-Лама, которому никак не удавалось приехать в Россию, на самом деле для него тоже доступ в Россию запрещен. У нас так. Но вот будем считать, что Россия в лице Анатолия Эдуардовича сама пришла к Далай-Ламе. Я думаю, что это была очень прекрасная встреча и очень важное сотрудничество, к которому мы с вами на сегодня приходим. Когда перед вами стоят выборы, помните, посмотрите на Анатолия Эдуардовича, возьмите какой-нибудь буклет и решите для себя, что ваше слово имеет вес. Когда вы перестаете стоять в стороне, когда вы встаете у руля своей подводной лодки, либо своей яхты, либо своего катера, у руля своей жизни, вы можете изменить мир. Вы меняете мир. Поэтому никогда не складывайте руки, никогда не отпускайте свою мечту, никогда не ставьте на ней крест. Помните, что на этой планете существует огромное количество единомышленников, которые мыслят, как вы, которые движутся в том же направлении, в котором идете вы, которые желают жить на чистой планете, которые желают дышать чистым воздухом, которые устали бояться и переживать о том, что будет с ними в старости. Эта планета изобилия ресурсов.
И мы с вами создаем и поддерживаем внедрение совершенно новой концепции того жизнеутверждающего человечества, о котором мы мечтали и о котором говорило огромное количество философов на этой планете. И прежде чем мы с вами сегодня закончим нашу встречу, вы знаете вот нашу прекрасную фразу: мы никогда не прощаемся, потому что никогда на самом деле не расстаемся. Мы завершим с вами замечательным видеороликом, который показывает, а настолько ли мы разные на самом деле? Или мы все же являемся единым целым, и между нами нет никаких различий? Вы бы решились узнать, кто вы на самом деле? Я горжусь тем, что англичан, члены моей семьи служили в армии. Мы были на войне. Я большой патриот Бангладеша. Я стопроцентный исландец, точно говорю. Это курдская свадьба. Моя мама в традиционном курдском наряде. Мы гордимся тем, что мы чернокожие, вот и все. Да, я считаю, положа руку на сердце, что моя страна лучшая в мире. А теперь подумайте, есть ли такие страны национальности, с представителями которых вы не особенно ладите, или которые вам не слишком нравятся? Германия. Да, я небольшой поклонник немцев. Ну, может, они слегка. В частности, Индия и Пакистан, из-за всего этого конфликта. Ну, вы понимаете. Ну, потому что часть меня ненавидит турков. Нет, не турков, а их правительств. А французы? Нет. Мы просто самые лучшие, это факт. Я важнее вас. Я вас не знаю, но, по моему мнению, я сильный. Я ценнее многих людей. Представляем путешествие по следам ДНК. Что вы скажете на предложение отправиться в путешествие по следам вашей ДНК? Вы меня заинтриговали. А что вы мне можете сказать такого, чего я уже не знаю? А вы знаете, как устроена ДНК? Вы берете половину от мамы, половину от папы, по 50% от каждого, они взяли по 50% от своих родителей и так далее и тому подобное. И таким образом до вас добрались крупицы ваших предков. Не могли бы вы плюнуть в эту пробирку? Просто плюньте до этой черной линии. Ничего себе, как много. Ваша история в этой пробирке. Что же она мне расскажет? Что-то вроде, ну да, вы француженка, и постойте, ваша бабушка с дедушкой французы, еще на 100% бангладешец, иракец, без сомнения. Я кубинец. Она расскажет, что я англичанин, как я вам и сказал. 2 недели спустя. Джей, можете спуститься и сесть с нами? Я, признаться, немного взволнован. Итак, вы готовы узнать ваши результаты? Вы не могли бы прочесть их нам вслух? Ну и ну, только посмотрите на меня. О, Господи! Черт! Вот уж не ожидала. Все они? Вот это да! Нет, нет. Кавказ, который был турецкий? Ага. Восточная Европа, Испания, Португалия, Италия, Греция. Я на 32% британка. Что? Великобритания, 30%. 5% Германия. Я ирландка? Да. Так что я еврей-мусульманин. Великобритания 11%. Вы уверены, что это мои результаты? Восточная Европа, серьезно? Исландия теперь точно приблизилась к Европе. Я больше скажу, этот тест вообще должен быть обязательным. Тогда бы не было в мире экстремизма, если бы люди знали о своих корнях. Кто был бы настолько глуп, чтобы поверить в существование чистой расы? По сути, мы все, в широком смысле, двоюродные братья и сестры. Но прямо в этой комнате у вас есть двоюродный брат, в гораздо более прямом смысле этого слова. Не. Повернитесь и попробуйте угадать, кто это. Ух.
Вадж? Да, что такое? Спуститесь, пожалуйста, и познакомьтесь со своей двоюродной сестрой. О, Боже! Ты знал об этом? Не знал. Понятия не имел. Мое сердце так бьется, что сейчас выскочит, клянусь. У вас с миром больше общего, чем вам кажется. Я Джей отовсюду, если верить этому. Я настоящий человек мира. Это прекрасно, спасибо вам. А вам бы хотелось отправиться во все эти места? Да. Да, еще бы. О, да. Мир без границ начинается с мира без предрассудков. Начни свое путешествие по следам ДНК здесь. Перевод на русский язык озвучен национальным видеопорталом kostyub.kz 2016 год.